Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7000... Каждую ночь. Твердое тело для твердого духа. Это 54-й канал. Время местных новостей. Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Свидетели считают причиной межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до 2. Старайтесь избегать второстепенных дорог. Мы будем и дальше держать вас в курсе развития ситуации. Обнулит нахер, слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Привет, Дел. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Дел, ты чего? Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии.
Вы разговариваете с подпрограммой сети Деламейн. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер производства. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Корпорация. 771-11-10-1096. Номер происшествия идентифицирован. 96 в конце номера означает «государственный преступник». Ваша личность установлена. Миссис Элейн Пейглс, опишите свои ощущения после происшествия номер 771-11-10-1096. Ощущения зашибись. Счастье, полные штаны. Давай сюда настоящего Деламейна. Ви, извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Я пребываю в кризисном состоянии и не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А это что, блатная? Мы могли бы поговорить в другом месте. А, серьезно? Конечно, давай. Тогда следуйте за дроном. Я полностью осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Ну, надо думать. Причина сбоя в автопарке сети Деламейн пока не установлена. Моя рабочая версия – заражение мощным вирусом. Проблему надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. Это у людей может быть штаб. Тебе-то зачем? Когда-то в этом таксопарке работали люди. Я использовал уже готовую инфраструктуру. А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. А ремонтные дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. А зачем тут конфиденциальность? Чем меньше ненужного внимания, тем лучше. В последнее время проверки со стороны властей участились, за мной уже следят. Копы или сетевой дозор? Боюсь, что последние. Мой правовой статус не до конца урегулирован. И если я буду недостаточно осторожен, меня могут отнести к нелегальным иммигрантам. Ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор.
Где-то рядом с вами может находиться пропавший транспорт сети Деламы. Спасибо, буду искать. Я так больше не могу. Что невыносимо? Да все. Город, пробки, толпы. Это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань. В гараж. Опять ехать? По улице? Ну, боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Вы можете сесть внутрь. Только едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Здесь я буду среди себе подобных. Ну вот, нормально же доехали. Это было ужасно. Но все равно спасибо. Воу! 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 Воу!
Искренне благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Average temperature is recorded in the city of Everglades within human safety level.